Здравствуйте, бичане! Меня зовут Татьяна. Вы смотрите прогноз погоды на 30 декабря. Наиболее холодная погода ждет барнаульцев. Ночью минус 25, днем минус 16 градусов. В Белокурихе ночью минус 22, днем минус 11. В Горно-Алтайске ночная температура около 25 градусов ниже нуля, днем минус 15. А теперь о погоде в нашем городе. В Бийске переменная облачность. Ночью минус 23, минус 25, днем от 12 до 14 градусов мороза. Вот этого малыша мы сегодня подобрали по дороге на работу. Людская молва говорит, если черный кот перейдет дорогу, это к беде. Однако наш малыш сам оказался в сложной ситуации. Бедняга был покрыт инеем и замерзал от холода. По внешнему виду животное домашнее. Чистый и очень исхудавший четвероногий питомец ищет своих новых хозяев. Может, его кто-то потерял или просто хочет взять в свой дом. А может, этот ласковый котик станет оригинальным новогодним подарком для ваших близких. Обращайтесь по телефону 8 961 998 79 71 или 31 35 07.